Компания «Axe Recycling Machinery» представляет мусоросортировочный комплекс для сортировки и переработки отходов. Поступающие в мусоровозах и контейнеровозах твердые коммунальные отходы выгружаются в предусмотренные для этой цели зоне разгрузки и накопления отходов. Очищенные от КГО городские отходы поступают в приямок цепного конвейера. Вручную у приямка рабочие сортировщики разрывают мусорные пакеты и дозированно подают отходы в приямок. Цепной подающий конвейер оснащен системой автоматической смазки цепей, что упрощает работу по его обслуживанию. Приямок закрыт со всех сторон комплектом металлических листов для удобства его обслуживания. Далее отходы подаются на сортировочный конвейер. На рабочих местах участка сортировки рабочие сортировщики в зависимости от поставленной задачи отбирают из потока полезные фракции. Конвейер оснащен системой аварийной остановки. Отобранные полезные фракции по сортировочным шахтам сбрасываются в накопители, находящиеся под сортировочной платформой. Основной поток материала, прошедший участок выборки полезных фракций, попадает на участок автоматической магнитной сепарации. После прохождения участка магнитной сепарации материал поступает на реверсивный конвейер. Он стоит на опорно-поворотном устройстве, что позволяет загружать отходы в устройство влагоотделения не только конвейером, но и с помощью погрузчика. Отходы с реверсивного конвейера загружаются в открытый контейнер и вывозятся на утилизацию. Устройство влагоотделения из органических отходов сортировки используется как для уменьшения объема и веса отходов путем отжатия влаги, так и для отделения упаковки. Шнек отжимает влагу из массы отходов. Сухая фракция промывается водой. Оставшаяся неликвидная пульпа сходит отдельно от сухой фракции, которая выгружается с помощью шнека. Далее отходы поступают в пресс-компактор, где в автоматическом режиме загружаются и уплотняются в усиленные закрытые контейнеры. Далее эти контейнеры вывозятся для дальнейшего удаления отходов на утилизацию. Спрессованные полезные коммерческие материалы при помощи телескопического погрузчика перемещаются на участок готовой отсортированной и спрессованной продукции. Axe Recycling Machinery.